Всем привет. Привет, привет, привет. Вот так вот мы сегодня вместе с Воней, да, прибежала ко мне. Всем привет. Потихонечку к вам возвращаемся. Ты сейчас с камеры тут точно собьешь мою. Идем потихоньку. Воня! Идем потихоньку на поправку. Я еще немножко болею, у меня насморк. Периодически подкашливаю, а так, в принципе. Главное, температуры нет. Дети в школе, у нас сегодня понедельник. Я еще даже окна не открыла, так темно не хочу открывать. Погода не очень хорошая, туман. С чего у нас все началось? Заболела сначала Маргарита, бабушка заболела, потом я заболела, Макс с Каролиной. Так, немножко подкашливали. Вот, и больше никто пока. То Маргарита вчера покрасилась опять, в очередной раз. В этот раз она уже решила покраситься в темный цвет, такой примерно как у меня. На коробочке было написано каштановый. Вот. Ну, придет со школы, увидите. Теперь она у нас темненькая, не хочет быть светленькой. Челку я сегодня заколола. Вчера помыла голову. Первый минус челки, то, что ее нужно постоянно укладывать. Если я никуда не иду, я дома, то, в принципе, я ее могу заколоть, и все. Она мне не мешает. Сейчас открою окошечко чуть-чуть, чтобы свет был. Бабуля еще отдыхает, будить ее не будем. Дай, я только постирала зайца. Отдай. Дай сюда. Вот смотри, что она делает. Да, непослушная собака. Нельзя. Это не твоя игрушка. Не твоя игрушка. Это не твоя игрушка. Не твоя. Иди вон с кисой играй. Где киса? Где Филя? Иди с Филей играй. А Филька там высматривает птичек. Мы же их там подкармливаем. Я кидаю корм. Они там потом птички собирают, и этот смотрит в окно, следит за ними. Такого зайку она замучила. Такой хороший зайка, я его только постирала, одежду постирала, все. Он уже вон грязный опять. Вот она как лежит. Греется. Как она сильно линяет, это просто ужас. Такая линька у нее, она даже не такая пушистая сейчас стала. Ужас просто. Я даже достала своего робота старенького. Он у нас очень-очень-очень старенький. Но помощник хороший, потому что я уже замучилась ходить с пылесосом ручным. Просто чуть ли не каждый час я должна выходить и пылесосить. Вот так вот прям клочья лежат. О, привет, ты уже здесь. А вот Филька, он мучает этого робота. Он его постоянно везде ловит. За вот эти вот штучки, которые крутятся. Ему, в общем, путь сбивает, постоянно с ним стукается. Я, кстати, подумываю нового взять, потому что батарейка у него уже слабенькая, вроде вот три точки здесь. Он заряжается быстро, все хорошо, но совсем ненадолго хватает. Он даже вот нашу гостиную не может все пропылесосить, батарейка заканчивает. Шерсть собрать, пылюку, вроде нормально. Ну все, пошел. Оставь в покое пылесос. Филька, оставь покой. Воня нагулялась уже, да, хоть? Заходите, мадам шерстяная. Я ее вычесываю каждый день. Знаете, сколько вычесываю шерсти? Это ужас. Это просто ужас, Воня. Как так можно линять? Видите, она даже не пушистая стала. Она уже стала лысая какая-то. Она уже всю свою шерсть потеряла. Иди-то. Все, пошла. Ну что? Что сказали, заметили в школе? Mm-hmm. Да? Нужно все-таки две баночки покупать тебе, чтобы прям хорошенько покрасить. Ну, с этой стороны покрасить. Mm-hmm. Ну, так ничего. Тебе нравится самой? Mm-hmm. Нормально? Mm-hmm. Ксючик пришел. Я голова болит. Голова болит? И спина. Заболела, что ли, тоже? Мне рюкзак не тяжелый, вообще легкий. Может быть, скорее всего, заболела тоже. Видите, такая вот темненькая теперь будет ходить. Не видела младших? Нет. Так непривычно на тебя смотреть, темненькую. Ну-ка, давай поглазим. Еще один. Макс вот, у нас панини собирает. И вот. И... 2022. И вот еще. Это Швейцария. Да. У тебя две штучки, а три штучки только, да? Да. Все, пришли и ушли дети. Ксюня уже уехала. Когда ей там сделают проездной? На автобус? Не знаю. Уже прохладно на велосипеде ездить. Папа вчера хотел ей через интернет, не получилось. Нужно ехать в этот на вокзал. Там фотографируют ее и выдают такую карточку с фотографией. Можно и дать фотку, если есть фотка.
Да? Как-то старше, что ли, стало выглядеть. Всегда темный цвет немножко старит. Полежишь на кровати или на диване, все будет. Вся одежда в шерсти. Пыли. Всех выгнала. Все разбежались. Осталась я одна. То есть не совсем одна, с бабушкой. Бабушка там своими делами занимается, я своими. Ребятки, у меня к вам есть одно дело. Нужна ваша помощь. Сделать одно очень доброе дело. В общем, сначала расскажу вам историю, быстренько, так кратко. Когда мы только начинали вести наш канал «Сестрички Лайф», мы в то время познакомились с многими блогерами, начинающими блогерами, со всеми общались, друг другу помогали. Все начинающие блогеры, они друг друга выручали. Заходили, подписывались, у вас что-то попало. Смотрели видео, ставили лайки, комментарии писали. В то время познакомились мы с одним мальчиком. У него был свой канал, тоже начинал он так же, как и мы, только у него немножко было другое направление, он снимал влоги, а у нас более такой развлекательный был. Мальчика этого зовут Артём. Потом какое-то время прошло, он перестал снимать. Мы дальше продолжили, у нас пошло все вверх, на нас стали подписываться, мы начали набирать аудиторию. По каким-то причинам, я не знаю, по каким он перестал снимать, недавно у меня в рекомендациях попалось одно видео. Я вообще очень хорошо запоминаю лица, даже если пройдут, там, не знаю, 5, 6, 10 лет, я все равно могу человека узнать. У нас такая зрительная память очень хорошая. И мне попадается, значит, одно видео в рекомендациях, я такая смотрю, думаю, что-то знакомое. Открываю влог, а это тот мальчик. Тот Артём, который раньше снимал, только сейчас он уже не мальчик, он уже взрослый парень, ему сейчас 18. Я узнаю, что, оказывается, он переехал, он сейчас живет в Малайзии, он уехал один, 18 лет, он там учится. И об этом снимает влоги о своей жизни, как у него это все проходит, как он учится, много путешествует. Вот, я зашла на его канал, вот обложки у него такие яркие, классные. В общем, я, конечно, удивилась, я не знала, что когда-то он мне попадется. Вот его канал. Тёмчик. У него, кстати, стукнуло недавно 3000 подписчиков. Знаете, у меня появилось такое желание ему немножко помочь. Я думаю, вам такая тематика понравится. У меня появилась такая идея. Я не знаю, если он слышал о том, что у нас есть влоговый канал, потому что он нас знает с канала «Сестрички Лайф». А если мы сделаем так. Я вам оставлю ссылку в описании. Давайте, в общем, как же сделать? Давайте сделаем так. Вы переходите на его канал, подписывайтесь. Входите на последнее видео, на последний влог и оставляете комментарий. Только давайте напишем не от сестричек лайф, потому что он так быстро поймет. Давайте вы напишите, что вы пришли, допустим, ну, пишите я с канала, там, я с канала привет, или как же написать? Привет от канала МК Family Vlogs. И если он не знает, что это за канал, конечно же, ему будет интересно, если там будет куча комментариев от вас по поисковику на этот канал, напишет. Вот. И, ну, надеюсь, мы не настолько сильно изменились, откроет какой-нибудь из влогов и поймет. Мне кажется, он просто будет в шоке. Ну, конечно, реакцию мы его не увидим, вот, но мне кажется, он в комментариях что-то напишет. Вот такая вот мне пришла идея, как бы без вас я не справлюсь. Хотелось бы его вот так вот поддержать. Достаточно у него, видите, интересные влоги, он живет в Малайзии. 18 лет, один, представляете? Учиться, уехать в другую страну. Мне кажется, это интересно. Он снимает влог, то, что он учится за границей. Интересно смотреть, как учатся в других странах. Вот, например, вам интересно смотреть, как мы учимся, да, здесь, в Швейцарии. А как в Малайзии учатся вообще, я понятия не имею, конечно. Нового урока по закону ворка мы берем себе... Он, конечно, повзрослел, но я его узнала. Он тут даже 24 часа челлендж снимал. Влоги интересные, вот у него тут еще 24 часа. Вот у него тут жизнь студента за границей, мой день в колледже. Сделал тату, да ладно. Видели? Татушка на ноге. Давайте смотрите, что я еще нашла. У него в сообществе вышел пост, и здесь он проводит конкурс, да. Стартует конкурс. 3 победителя по 1000 рублей. А, это вот у него новый влог выйдет, и в нем будет конкурс проходить. Так что, видите, можете еще и в конкурсе поучаствовать. У меня тут первый ученик пришел, вернулся. Да. Делаем уроки. Каролина там еще осталась. Каролина до 4. Так, что ему здесь нужно сделать? Вот, это какая буква? Г. Г, а это? В общем, он должен вот эти вот предметы... На какую букву они идут? И здесь вот отметить.
закрасить нужным цветом. Сегодня дети мои принесли такие интересные книги. Я раньше таких не видела в библиотеке. Вот, смотрите. Я сначала посмотрела. Это мое. Мне показалось, что в книжке встроен экран, потому что шевелится. Смотрите. Посмотрите, как. Почему видишь тут эта штука такая? Все, я поняла. Смотрите. Там что-то двигается, да? Угу. Вот а потом вот, это двигается. Да, вон там он внутри закреплен. Вот тут вот, видите, она вот тут. Вот когда открывается, вот. Шевелю я вот этот лист, и он получается внутри там что-то. Знаете, как у нас раньше? У меня такие раньше были открыточки. Я такого еще не видела. Она ему там массаж, что ли, делает? Прикольно. Здорово придумали. Вон слоник купается. Сафари. Смотрите, какая он бегает. Леопард. Бежал. Побежал. Вот так вот открываю. Она как будто волшебная. Лев. Это не лев. Кто это? Ты видишь, у него лев. А это кто? Что это такое? Лёве. Лёве. Это лев. Но у него нету борода. Но он молоденький еще. Да. Либо это девочка. О, горилла. Видишь, он ест. Да. Чё ест? Жует травку. А это кто? Носорог. 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 Зебра маленькая. А это слон. Ушами своими машет. Элефант. И вот здесь вот все про животных написано. А это кто? Это гираф. Жираф. Почему Карин так мало? Прикольно. Ты будешь читать? Угу. Так, ну все, закончил домашку? Уйди. Нет. Песню надо учить? Да. Давай учи. A, B, C, D, E und F. Heute bin ich Ordnungschef. G, H, I, J, K und L. So geht's einfach. O und auch schnell. Auch schnell. Угу. Им нужно песенку выучить про алфавит. Мы тут продолжаем клеить наклеечки. Так, какая у нас дальше идет страна? Это вот такой. Это Аргентина. Аргентина! Какой номер? Пятый. Вот сюда. Пятый. Пятый номер готов. Пятый дальше номер. Поехали. Какой это шестой? Помню, с Маргаритой, с Ксюшей тоже собирали. Только где теперь эти книжки? Потеряли. Need. Вот сюда мы наклеиваем. Все. Подожди, а этот еще надо. Все. Собаку запустил, Макс, это в мусорку надо выкидывать. Спокойной ночи. У меня появилось желание уже несколько дней. Мама. Заквасить капусту. Чего? Новый год. Это я очень хочу квашеную капусту. У нас здесь ее не продают, это нужно ехать только в Германию за ней. У меня появилось желание немножечко заквасить капусточки. Практики у меня нет. Помню, солили капусту, когда я была маленькая. Бабушка солила часто. Я не знаю, я лично не делала. Поэтому рецепт я нашла, один самый такой простой. Поэтому немножко, я много не буду делать, потому что мне хранить негде. У меня есть две стеклянные баночки, вот такие вот. Только две. И плюс у меня есть два контейнера тоже стеклянных. Вот такие вот у меня два стеклянных контейнера. Мне кажется, подойдет. Но сначала нужно будет ее где-то заквасить. Капуста у меня есть, морковь у меня есть, соль у меня есть, все специи есть, поэтому буду начинать. Квашеная капусточка, кстати, очень полезная. Поэтому. Можно мне попробовать? Попробуешь. И мне очень нравится варить с нее. Борщик. По-моему, не борщ называется, щи, да, называется, соленая капуста.
Она меня уже залежалась, заждалась, видите, даже уже он почернел. Ну ладно, не страшно. Но мне кажется, это много. Я, видите, целых два вилка взяла, это много. У меня места не хватит, у меня нет места, куда это потом все грузить. В общем, скорее всего, я возьму вот эту, вот самую старенькую. Где мой телефон? Потому что там у меня рецепт. А? Кто видел мой телефон? Телефон мой видел? Нет. Там у меня рецепт. Вот она, капусточка. Единственное, чего у меня нет, так это лаврового листика. Ну, я думаю, не так страшно это. Капуста, морковь, соль, перец, лавровый лист и все. Овощечисткой нарезают капусту. Но я не знаю, как получится у меня или нет. Чтобы получилось... А, в принципе, хорошо. Вот, здорово. И тоненько получается. Лучше, чем ножом, мне кажется, даже быстрее. Супер. Прикольно. Так, только нужно как-то взять поудобнее. Вот так, наверное. Не, вообще удобно. Переложила вот такие стеклянные чашки. Получилось разлить на два раза, потому что в одной не помещалось. И, в общем, добавила перчик, добавила соль. Все это перемешала, чтобы сок дало. И сейчас я буду убирать в баночки. Здрасте. Буду убирать по баночкам. То, что не поместится, потом переложу туда в контейнер. Вот. И все. Уберу пока. Холодильник пока убирать не нужно будет на 2-3 дня. Складывать буду. Нужно мне еще банки купить. На всякий случай. Вдруг еще буду делать. И переложила вот в такой контейнер стеклянный. Носы и такая вот крышечка сверху. Пресс. Насколько я помню, бабушка всегда пресс ставила сверху. И здесь тарелка. И будет так стоять под прессом. В принципе, у нас дома прохладно. Не больше 20 градусов. Поэтому пусть так стоит. Квасится. Запашок, чувствую, я будет супер просто. Ля-ля-ля-ля. Я смотрю, что кот наш влюбился в пылесос. Он не отходит на него вообще ни на секунду. Филя, оставь в покое пылесос. А? Все, отстань от него. Иди играй, найди себе другую игрушку. Иди, найди, говорю, другую игрушку. Все. Папа пришел с работы, сидит, работает дальше. БСР. Бесконечно работает. Привет, как ты, ля? Смотри, смотри, что он делает, а? Все равно он его достал. Такой противный кот, а? Противный кот. Как дела? Хорошо. Хорошо? Нормально. Так хорошо или нормально? Так, ладно, ждем девчонок. Время уже 5 часов, они сейчас скоро приедут. Маргарита на автобусе. О, только сказала, и Ксюша зашла. Как дела? О, это уже. Ты что, без куртки была? С ума сошла, холодная. О, ты что делаешь? Да я знаю. Он целый день пылесос мучает. Так, ладно, я тут насвинячила на кухне, мне нужно теперь убирать. С этой капустой пока нашелковала тут все. В общем, если получится вкусно, то я сделаю еще один. Не знаю, как получится, я надеюсь, будет вкусно. Ну, ты меня можешь завтра отвезти? Я завтра тебя отвезу, да. В 7 часов? Да. Ага. Ксюша завтра едет на хоккей. Не играть в хоккей, а смотреть до 6. Представляете, с утра до 6. В какой город едете-то? Не знаю. Не знаешь? В общем, поедут куда-то недалеко. Там они будут целый день. Тебе нужно с собой взять поесть, попить. А что-то вас вдруг на хоккей повезут? Потому что там играют команды, которые не очень популярны. Там мало людей. Ага. Поэтому они нам бесплатно сказали. Чтобы для массовки, в общем, чтобы было больше людей. И вы за них будете болеть. Там плохие команды. Ну, надо их поддержать. Они же не популярные, конечно, им сложно. Какие-то странные страны. Их никто не знает, конечно, никто не придет, поэтому вас туда. Для это группа поддержки. Там с плакатами. Три из сейс и два из не знаю. Так что завтра они не учатся, поедут смотреть хоккей. Это бейба, да, бейба. Ну зачем? Бейба. Он тяжелый. Это бейба. Это его любовь, это его девушка. Целый день проводит с пылесосом.
Быстренько сделаю ужин. Это у меня такой шпинат. Замороженный он сразу тут со сливками. В общем, только посолить, поперчить. 4 минуты он готовится. И все. И будет немножко такая, знаете, как кашица зеленая, как болото. Вот. И я хочу сделать рыбу. Почему дом не построен? Ну возьми, построй дом. Ксюш, ты такая простая. Мама, так и студия, они за 2 года построили дом. А за сколько лет они деньги заработали на дом? Много. Ну вот и мы тоже будем зарабатывать. Как мама, не из Америки, там они много денег получили. Для того, чтобы дом построить, нужны деньги. Просто так дом сам не строится же. Ты думаешь, я не хочу дом построить? Маргоша пришла. Ну, мама, если мы дом построим, что у нас ты делаешь? Будет на улице баскетбольная площадка. Обязательно будет и баскетбольная, и волейбольная, и теннисная, и какая хочешь. Она жарит этот. На костре. У меня такой костер. Маршмеллоу. И что, так вкуснее, что ли? Угу. Жареное. Да, я попробую хоть. Ну, горячее, ты кушаешь. Надо подождать. Подождать? Ты можешь себе сразу? Оно просто мягко. Окей. Да. Вкусненько. Я Тома Вилка. Так, я хочу еще рыбку пожарить. И есть у меня рис. Но мне кажется, риса мало будет для всех. Нужно еще рис сварить. Либо гречка, у нас гречка есть. А гречка это, со шпинатом вкусная, я не знаю. Ты делаешь уроки? Списываешь? Mm-hmm. У кого списываешь? У одноклассницы? Mm-hmm. Я забыла мой это. Мой листок в школе. Ну ладно. Иногда можно. Бонни, пойдем. Бонни. Собираемся завтра. Мне нужно пораньше тоже лечь спать, потому что я завтра Ксюшу повезу в школу. То есть в школу, а ей нужно в этот... на вокзал. Потому что они будут все собираться на вокзале и потом поедут на поезде. Короче, на хоккей. И в 7 часов нужно мне выйти. Отвезти тут, в принципе, недалеко, но все равно. Я ее довезу. Вот, Бонни доедает. Йогурт кто-то съел. Не убрал. Где-то кто бумажки раскидал? Он уже на полу валяется. У него уже сил нет до кровати доползти, да? Не хватает сил? Ну вот так. Девчонки, вы готовы? Тебе завтра рано? Тебя отвезти? Меня? Да. Не надо. Не надо? Сама поедешь? Кого-то там закрыла в туалете. Маргарита, что ли? Ручку поломаешь. Открывай. Роду вырезал. Аня, видите клерику? Ну? Вы дуры. Маргарита, мне зубы надо чистить. Мама, ну паста невкусная. Так пасту не есть надо, зубы чистить, а не есть. Она потом вкусная. Как она может быть вкусная? Другая вкуснее. Девочки, зеленые. Лягушки. Спать давайте. Ты их отрываешь? Больно? О май гад. Покрыто. Че? А че у тебя тут под помидоров еще лицо? Че, правда? Да. Лицо маску с помидоров она делала. Маска. Ленка, ты че, каждый день коленку перевязываешь свою? Я забыла. Или ты еще не снимала? У меня сегодня был этот спорт. А. Поэтому я ее не снимала. И тебе легче так? Mm-hmm. Правда? Mm-hmm. Хорошо. Давай быстрее там занимайся своими этими ресницами. Ну, мама, не ты каждый день их клеишь? Да. Так ты говорила, держится 2-3 дня. Больше не держится. Проще их каждый день одевать. Да? И не надоело тебе каждое утро? Нет. Мне как раз хватает. Ну, к телефону брали? Телефон. Ой, кто там сидит у нас? А? Хомячит. Давно не виделись. Ку-ку. Он хомякон. Набивает свои щеки. Все, вырубаем звук. Спокойной ночи. Гуд и нахт. Все, ребятки, всем пока. Спокойной ночи. Рано вставать завтра, поэтому я сегодня пораньше на боковую и влог уже буду утром монтировать. До следующего влога.